Здравствуй, встречайте новых друзей. Здравствуй, театр и Колизей. Здравствуй, Пизанской башни мигни. Здравствуй, и целый мир обними. Капан, мы объехали весь свет. За морем житье не худо. В свете вот какое чудо. Остров на море лежит. Остров на море лежит. Град на острове стоит. Привет, домики! Привет, Гриша. А, держи его, мои очки. Я без них как без рук. Не волнуйся, Маша, мы его догоним. Женя! Поймал! Зовет меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатер и каланчу. Я домик на колесах, всегда в дороге я. С порога до порога, поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди. Капан. Ну вот, мы его упустили. Нет, Гриша, смотри, что-то блестит в листве. Ой, здравствуйте. Так это ваши браслеты так блестят? Ола, это здравствуй по-испански. Ола, я Гриша, домик на колесах. А я домик Капан древнего города Майя. Как ты меня нашел в таких непроходимых джунглях? А я вас не искал, я искал Машины очки. Их унес скворечник. Очки? Это очень нужная вещь. Не понимаю, зачем скворечник их унес? Какая в них ценность? Ведь это не золото. Не все то золото, что блестит. Для твоей подруги они дороже золота. И правда, она без них не сможет читать. Какой вы мудрый! О-хо-хо. Просто я давно живу на свете. Я один из домиков древнего города Капан, который появился еще до нашей эры. Нас тут много. Вместе мы образуем целый комплекс. Его площадь 24 квадратных километра. На такой большой территории стоит много строений. Правда, некоторые разрушились от старости, и сквозь их каменные стены даже проросли деревья. У нас есть большая главная площадь, знаменитая лестница иероглифов. Ее так называют, потому что на ее 62 каменных ступенях вытесана гигантская иероглифическая надпись, которая рассказывает об истории Капана. А еще у нас есть стадион для игры в мяч. Мы, домики Капана, частенько играем. Нам никогда не бывает скучно. Да, я и не думал, что и в джунглях бывают целые города. Это он! Кто он? Скворечник! Я должен его догнать! Удачной погони, Гриша! До свидания! Ой! Женя! Савелий, держи его! Вот и все. Что же делать? Боль, 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 боль. Все уже сделано. Батискафчик, ты нашел их. Ура! В нужном месте, в нужное время. Это мой девиз. Вы мои герои. Спасибо. Мы не могли тебя подвести. А ты, Петя, мой герой. По дороге домик едет, видит разные края. Впереди, конечно, встретят приключения и друзья. Потому что приключения восхитительней печенья.
не переключайся. Вместе с нами переключайся.